Привет! Мы Финес и Ферб. А это наша собачка. Мы ищем новый дом и не можем придумать, где же его построить. Или North Carolina. Или в штате Делавэр. Или Бетси-Росс. Или в штате Бетси-Росс. В каком штате нам построить дом? И в этом нам помогут герои. Кто у нас тут? Я мистер Potato Head. А я Матроскин. Неправильно ты, Феннис, бутерброд ешь. Я Кринчонг. Ой, я все знаю, я вам помогу. Лиза Симпсон. Ну что, ребята, поехали. Приходите к нам, барашки. Мы расчешем вам кудряшки. Нет, спасибо. Бе-бе-бе. Расчешите их себе. Нет, туда мы не хотим. Мур-мур-мур. Мурлычет кошка. Ну, погладьте меня немножко. Мур-мур. От теплой ласки я зажмурю глаз. Мур-мур, пожалуйста, мур. Погладьте меня. Не тем вы занимаетесь. Вам надо найти место, где мы будем строить новый дом. Какое еще мурлыканье, какое еще гладенье? Вообще-то коты очень чистолюбивые. Матроскин, куда ты лезешь без очереди все время? Купаться? Где можно тут купаться? Делавар, да. Так, идем дальше. Я. Эллен Чанг, впрочь. Я со своими корешами поговорю. Это мои русские кореши. Ну, заяц. Чего ты смеешься, заяц? Ты сказал, что Финес и Ферб плохие характеры. Я так не говорил. Что? Матроскин, ты давай повнимательней с выражениями. Да, я согласен. Будем дружить. Давай дружно жить. Ну и куда же поезд поедет? Бетси-Росс. Бетси-Росс получает 1 балл на поезде. Хо-хо, Лин Чанг. Ну, ты что нам посоветуешь? Из Сомали. Крокодилы? Нет, я боюсь крокодилов. И бандиты? Нет. Хорошо, что нету тут никакого Сомали. Ой, ужас. Я уже испугался. Так, ну давай посмотрим тогда. В азбуке. О, я посмотрю в азбуке. Но, мистер Потейто, Делавэр. Причем тут двери? А, в Делавэр двери открыты. Можете заходить. Ха-ха, ладно, 1 балл Делавэр. Бетси-Росс. Там пчелы? Нет, там пчелы.
North Carolina. Норт Каролина получает 1 балл. Там очень прелестная музыка звучала. Итак, у всех пока по 1 баллу. Но все может измениться. Погодите. Маша, моя подружка. Ну давай, спрашивай своей подружке. Кашу. Ну все, я пошла к подружке кушать кашу. Привет, Маша. Угостишь, да? Да, давай. Давай, присоединяйся. Девчонка! Все я Гомеру расскажу. Мне за тебя тут отдуваться надо. Ну, дальше. Давай без паники. Сейчас все починим. Чё чинить? Ты вообще делаешь? Может, дашь в приставку играть? О, компьютерные игры играть? О, я готов. Пока всем. Я играю в компьютерные игры. Вы лентяи. Что, я где-то должен прыгать за вас? С Матроскиным. Ну, ладно. Посмотрим в азбуке, что азбука скажет. Д. Док Хадсон. Док Хадсон из Делавера? 2 балл. Это отличная тачка. Бетсиро. Буст. Буст? Буст из Бетсирост. 2 балл Бетсиросту. И Н. Насос. Зачем нам насос? АЭС, Северная Каролина. Салли. А, и там Салли. Ясно, все получают по 2 балла. Ого, а тут что мы можем увидеть? Что? Так, я вижу статую свободы. Эфелеву башню, Пизанскую башню, пирамиды Гиза. Вау, статуя свободы — это штат Вашингтон, по-моему, или нет, Нью-Йорк. Нет, это Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк, нет. Нет у нас штата Нью-Йорка. Там жить очень дорого, там живут только очень богатые и состоятельные люди. И спортсмены крутые, вот, например, как латышский баскетболист Порзингис. Вот. Ладно, помогу я тебе. Ну, мальчик, рассказывай, дядя Фёдор. Моя родня, нет родней родни у меня. И сестрёнка родня, и братишка, и щенок лобоухий, Тишка. Кто сказал щенок? Значит, можно идти со щенком туда, да? Да. Супер! И это куда? Звездочки, ищем звездочки. Ищем звездочки. Где тут звездочки? Звездочки. Бетси Росс получает 3 балл. Ну, я заговорил. Ой, пусти кошара меня. Сейчас я. Моя очередь. Так, куда я можно? В Японии? Не. Мы только Штаты Америки. Италия? Нет. Великобритания? Нет, молния, не. Ты не туда, мы только Штаты Америки. Делавар, Бетси Роуз и... Ну, в Северная Каролина. Ой. Ну, паровозики, а вы повезете? Куда вы нас отвезете, паровозики? Куда? Куда? Ничего не слышу. Куда вы нас везете? Маркус, куда они везут нас? В Делавар. Делавар получает 3 балл. Ха-ха. Видишь? Так. А тут что у нас? Делавар, да? Что? Опять не разговариваете со мной?
Ладно, девочки, куда вы посоветуете ехать? Бетси Росс. Бетси Росс, 3 балл. Делавар, 3 балла. И Северная Каролина, 3 балла. Всем по 3 балла. Пусти! Видишь, с тобой никто не разговаривает. Это с вами никто не разговаривает, а со мной все будут разговаривать. Так, вот смотрите, как со мной разговаривают все. Что? Как вы смеете со мной не разговаривать? Я сейчас Гомера позову. Он с вами разберется. Ух ты. Все, я обиделась. Со мной никто не разговаривает. Зато со мной все разговаривают. Дождик. Где тут дождик? Бетси Росс. Думаешь? Да. Дождь Бетси Росс. Ладно, Бетси Росс, 4 балл. Так. Какая картошка? Зима во дворе. Вы что? Нет. Меня копать? Копать и закапывать? Антошка, все, я лучше спрячусь. Не хочу быть выкопанным. Так, ну ладно, настало время мне еще раз с пацанами поговорить своими. Так, Д. О, Джин. Итак, Делавар получает 5 балл за Джина. Б. Белоснежка. Белоснежка? А что мы будем делать с Белоснежкой? Пусть принц ее целует. Северная Каролина. Страшила. О, там Страшила? Не. Туда не поедем. Нет, не поедем. Там Страшила. О, это же ужас. Там страшно. Да пусти ты, кошара безмозглая. Герои 108 всегда помогут вам. О. Ну и куда мы на машине можем съездить? Бетси Росс. Бетси Росс 5 балл получает. Значит, Делавар 5 баллов. Бетси Росс 5 баллов. Северная Каролина 2 балла. Значит, и так у нас Северная Каролина отваливается. Остаются 2 финалиста. Или это Бетси Росс, или это... Делавар. Делавар. Так, ну ладно. Будем выбирать. Линчан, поможешь? Да. Давай, выбирай. Глаз. Где глаз? Части тела Бетси Росс. Части тела? Это надо людей, наверное, искать. Да. Ага, где у нас люди? В Делаваре. Итак, 6 балл у Делавара. Фух. Ну, все равно надо спросить главного эксперта. Пока 6 баллов у Делавар, 6 баллов у Бетси Росс. Ну кто же, где же, в каком стадии нам строить свой дом? И главный эксперт сегодня... Вау, мужик, привет! Где нам строить дом? В Бетси Росс. Ох ты, ура! Финес и Ферб отправляются в Бетси Росс. Ждите новые серии из штата Бетси Росс.